Как мы будем жить без нее, Мишель? Папа, это на 2 месяца. Анна уезжает? Да, нет. Работать. Вернусь через 2 месяца к защите Мишели. Заработай денег. Помоги мне. Последний путь ее траурный кортеж, чувствуя себя осиротевшими навек. Странной была судьба этой молодой женщины, отдавшей себя всю без остатка, но в то же время столь ценившей простые радости жизни. Подобно Дон Кихоту, она решительно бросалась в бой с неумолимыми жерновами человеческих бед и несчастий. Белуччи, Кассель, Ле Дюпон, Нуан, Пристиа, Дро, Кастес, Гондуан и другие.
фильме «Необратимость». Не трогай меня, не трогай! Сколько я должен? Ты спятил, Маркус, не трогай его! Остановись! Садись, давай! Губи сел! Господи, что ты делаешь, больной идиот? Зачем я связался с тобой? Сволочь, сволочь, сволочь! Мы едем в Ректум.